Здравствуй. Всем привет! Сегодня мы уже в кафе. Отмечаем день рождения. Настя. И мы сейчас выберем пиццу. Я за бавайскую, Настя. Оля, я кто-то не аполитанка. Танцевать и быть сильным, всегда стильным и чуть прогрессивным, и висеть за компом в этом мире. Виртуальность ведь в перспективе. Это новый день, это новый. Бэй-бэй, уже здесь. Вот 31. Это новый день, это новый. Бэй-бэй, уже здесь. Поверь, мы не любим ли. Мы такие, как есть. Такие, как есть. Не улови, не улови. Не улови, мы не бандиты. Просто лови, просто лови. Просто лови и чувствуй. Не улови, не улови. Не улови, мы не бандиты. Просто лови, просто лови. Просто лови. За временем следим. Вот у меня такая вот кофточка. Сейчас же я маме покажу, что мне девочки подарили. Да, да, я уже переоделась, мама. А я нет. Смотри, сейчас бегу вам показать. Смотри, сколько у меня. Мне Даша подарила, значит, смотри. Так, это Даша подарок, а это Настя. Сейчас прям все буду одевать. Можешь хотеть. Так, сейчас я тут ложу, чтобы это было красиво. А не как пришла. Вика. Простите, что не снимала на тарелке, летающей тарелке, потому что это было, ну, немного страшненько. Да. Настя вообще была, значит, не обиделась. Было опасно снимать, потому что телефон раз улетел. Настя, все страшно, но все хорошо. Без жертв. Да. Все хорошо, мне понравилось. А у меня зубик болит. Жертва, да? Мне зубик болит. Там они разные цвета были, но мне кажется, я уже зубик ходила. Давайте позвоним по этому номеру. Давайте. Звони. Тебе будут полицию вызывать. У Ани, а если такого зубика станет? Человек я. Давай я. Не-не-не-не-не, подожди, это надо. Смотри, смотри. Сломай сейчас все. Смотри, это требование, это требование. Вот, что сказать. Сейчас мне надо твои глаза. Прочитай. Что-что-что? Это требование. Не в ресторане. Я буду подписываться и отмечать на фотках. Вот это да, вот это да. Это обязательно нужно. Я обязательно.
А там вот эта еда, давай покажем ее. Вот это еда. Я набрала. Жалко, что у меня на телефоне нет контакта. Так, вы можете просто сфоткаться, это вот и прикол. Надо мама свой телефон сказать, что? Я читаю. Только аккуратно, не заметно. Что? Да, мама моя такая, она все время ходит, она любит таких. А моя мама говорит, что надо делать вот так вот хвост, а вот это зажимать. Что выливает? Скорубки выливает. Дашка, а можно возьми твой один телефон? Пожалуйста, немножко пофоткай, а ты мне потом поводишь. Что тебе умоляю? Давай потом. Быстро. А, у тебя сейчас видео? Давай. Окей. Извините меня, ради бога. Не хотела. Сейчас нам понесут софту, мы по стаканчику. Хай обнимем. Блин, Вика, скажи, да, мне спина. Вика, ставь меня одну. Вика, да, Вика рядом. Скажи, недавно колонки у телевизора не были подключены. Или колонки не работают? Нет, колонки. Нет, например, колонки. Может, телевизор как раз выключен был звук, а колонки работали. Саша, Саша. Прикиньте, мы сидим, а тут всего никто не приходит. Скажи. Но мы ее даже не будем здороваться, а мы с ними даже не будем здороваться, чтобы никто не знал, что это наш. Да, да. Боже, как это никто не ведет. А что, Сережа здесь проходит? Ты не знаешь, кто тут все. Да не знаешь. Его не знаешь. Ты его знаешь, на дело вижу, ты его не знаешь, первый раз. Нет. Это тот, который такой маленький, на деле, это просто... Беленький, зубастенький, матерщинник. О, это нам уже сок принесли. Мне фиолетовая тубочка. Мне к вам. Ладно, без бутылки. Капец. Мне сок. Так, стоп. Я предлагаю, пока не наливай. А что? Не наливай. Это узвай. Это узвай. Так, девчонки. Типа компот. Давайте так. Сейчас один какой-то оставляем к пицце. Какой сок к пицце? Я узвай предлагаю к пицце. Он сытнее. Ну, можно и на пицце. А сок сладкий. Сейчас можем выпить. Да, так, дайте так. Узвар я пока отставляю аккуратненько. Да. А сок сейчас потихонечку наливаю. Потихоньку. Я немножко просто что-то попить. Мне холодно. Ага, сейчас. Я вам говорю, что подожди. Не убирай. А, кстати, надо руки помыть. Надо руки помыть. Сейчас пойдем помыть. Приготовиться к рукомойке. Это кушета. Сердце кричит, голос сапана. Да. Сейчас мы нальем сок, попробуем, скажем, и... И пойдем помыть руки. Да, и потом вы уже увидите, даже когда мы... Даже я уже могу сказать. И потом уже увидите нас... Давайте так, пойдем не все вместе, а пойдем нальем по одной, не все вместе. По одной. Все вместе. Нет, по одной, чтобы мне охраняли мой телефон, потому что он будет лежать типа на паузе. Ну ты понял, как. Потом поймешь. Хорошо. Ну, короче, вы увидите, сейчас мы попробуем. Так, куда? Ну ё-моё, я думаю, мы сейчас все вместе. И я думаю, мы сейчас вместе. Господи, я тебе вторую наливать не буду. Сейчас я только налью. Поэтому надо сразу всё. Сейчас. Вот. Сок нам наливается, у вас стоит для этого. Оля, ты сколько сразу не думали? Так, давайте, Дашенечка. Давайте, кстати. Чокаться? Давайте. Будьмо гей. Будьмо гей, гей, гей. Вкусно. Натурально. Чуть-чуть натурально. Слишком капельку натурально. Знаете, вкусно, натурально, чуть-чуть натурально. Капельку, нет, капельку натурально вообще не натурально. Так, девчонки, предлагаю пойти помыть луки. Кто первый?
В мотёке? Да. Не, Нянька нам картошку несёт, тихо. Это же чёрная не есть. Спасибо. Спасибо. Всё, жди. Она сейчас будет без картошки. Идите. Мы сейчас уже нам принесли картошку. И? Кушаем. А огурцы вкусные. Это конишон, не позови меня. Я не знаю. У нас соус. Чесночно майонезный. С зеленью. Чесночно. И с чем-то еще, не знаю. Но с кетчупа добавили. Чеснок чувствуется. И майонез. Ну и зелень это видно. Это тартар. Конишон маленький. Что? Где? Что она делает? Вася такая. Соус. Конишон вкусный. Да, свежий. Свежий маринованный. Свежий маринованный. Маринованный и не свежий. И свежий, и не свежий. Это свежий маринованный, да? Да, все время снимаем. Угу, это верно. Опытов у Настя, не ангел. Мамочек. Наверное, когда будут все смотреть это видео Дашина, все слюнки будут тик-тик. Тик-тик. Неграмотно еще. Он что, мне все время родился. Мне он дедушка так научил говорить. Как? Дедушка так говорит, говорить, да в детстве. Меня так учил говорить. Да, Даша, тело не унесло, вот он туда принесет пиццу, будет дальше. Ну да, сейчас я последнюю картошку. Вкусный соус свежий. Картошка мягкая, внутри какая должна быть, здесь хрустящая. Там внутри какое мягкое. Ну, все. Ждем, когда пицца принесет. Давайте. Всем привет еще раз. Нам уже пиццу принесли, бабайская. Очень вкусная пицца. Давайте по кусочку берем. Стоп. Сначала это дойдем. Стоп. У нас есть тарелочки. А мы должны подвинуться. На эти места. Давайте дойдем и... А ты берешь себе вилочку и ложечку там покрыть? Боже, какая классная. Тоже пицца классная. На вид, да? Так вот это вот, не ешь чей-то лук. Вика, быстрее все там, да? Я хочу прямо сейчас. Мне вот это не нравится. Клип мне нравится. А что там? Я хочу прямо сейчас. Сейчас. Песня нравится, я хочу прямо сейчас. Дальше, кому сейчас соусы? Мы все не съем. Нет. Да, я немного подсыплю. Угу. Аккуратно. У Вики длинные волосы, как у меня. Настя, если хочет каре сделать, типа. Кто? Кто? Что сделать? Каре. Ну, поняла, вот так вот, короче, хочет. Не смей. Да, смей. Больше не вырастут, я говорю тебе, не смей. Да, они очень медленно растут. У меня я подрезала на 10 сантиметров, да. На один только выросли. Чем ты старше, тем у тебя волосы медленнее растут. Я вот так вот себе подрезала, у меня, извините, волосы были вот такие. Да, остались вот такие вот. И, ну, выросли там на немножко. Я вот. Расстроилась. Я вообще сама захотела. И я сама захотела. Это ладно, они там... Да,